Всем привет, дорогие друзья! С вами Пуша Удалой. И сегодня мы вместе с Владом Удалым будем играть в игровые автоматы. И мы попытаемся выиграть iPhone 13 Pro в игровом автомате с призами. Каждый год, когда выходит новый iPhone, в некоторых автоматах они появляются. И именно сегодня мы попробуем такой iPhone выиграть. Но, ребятки, если у нас получится это сделать, то мы его обязательно разыграем по традиции. Так что уже сейчас можете сходу ставить лайк, подписываться на канал, писать любой комментарий. И, кстати, ребята, у Влада Удалова появился новый канал, где он делает очень и очень крутой контент. Ссылочка на этот канал будет, разумеется, в описании. Так что самое главное, что когда-то наберется 100 тысяч подписчиков, мы устроим розыгрыш. 100 тысяч рублей. Да, 100 тысяч рублей. Ну, если вы хотите увеличить шансы на победу в этом розыгрыше, который будет сегодня, если мы выиграем iPhone, тоже подписывайтесь на этот канал. Ну, а, ребята, мы затягивать не будем. Погнали! Ребята, посмотрите, какой классный автомат. Здесь вместо призов секретные коробочки. В каждой этой коробочке какой-то секретный приз. Одна игра стоит 100 рублей. А потому что тут без ограничителей. Что тут нет никаких преград, и выиграть будет достаточно просто. Я предлагаю начать с этого автомата. Попробуем засунуть 100 рублей и сразу с первой попытки что-нибудь выиграть. Погнали. Все, автоматик сошел. Ты будешь первый? Да, смотри. Я предлагаю выбить самую первую коробку, которая лежит в нижнем ряду, потому что она уже практически выбита. Мне кажется, что мы с легкостью сейчас ее выиграем. Давай попробуем. Слегка вот так вот нажимаем. Так, вот, вроде нормально. Сейчас один раз нажать на эту кнопку, и я ее сразу же выиграю. Погнали. Давай, 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 я надеюсь, он дотянется. Да ты гонишь, что ли? Это все просто построено. Настоящий обман. Ребятки, вы видели, как лежит эта коробочка? Я попал в нее, но она застряла в этом автомате и не выпала. Давайте попробуем засунуть еще 100 рублей и выиграть ее все-таки. Погнали. Сейчас это точно у тебя получится. Давай. Смотри, она почти уже упала. Блин, смотри, он переехал сразу же. Все. Так, ладно, давай за другую коробку попробуем вот за эту сыграть. Может быть... Не. Они, видишь, они, эти коробки специальные формы. Они. Да, они специальные формы, и они немножко держатся, да, за верхушку. А можно я попробую разок? Ладно, один давай раз. Ты один раз попробуй, так, погоди. Нужно зажать, да? Нет, совсем слегка нажми, совсем слегка нажми. Ну не настолько слегка. Так, ладно, давай попробуем тогда какую-нибудь вот другую. За, вот за эту, за вот эту. Верхнюю, вот, верхнюю, вот да. Вот. Ну я думаю, что нифига у тебя не получится. Смотри, она сейчас не выпадет точно. Да, вот это вот приколы, ребята. Ну, давай вот последний раз попробуем вот. Знаешь, в чем самый прикол? У меня закончились 100-рублевые купюры, поэтому придется свать либо тысячи, либо полтинники. Ну а пока Артем пытается выиграть вот эту замечательную секретную коробочку, вы, ребята, поддержите этот ролик лайком и напишите комментарий. И вообще, напишите, удастся ли нам сегодня выиграть тот самый главный iPhone 13. Пожалуйста, давай, 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 давай. Погнали! Я опять взял. Нет. Да, сейчас я ее выиграю, смотри. Сейчас я ее точно выиграю, 100%. Смотри, смотри, как сейчас выиграю. Да ты гонишь! Да ты гонишь! Ребята, хотите, может, попробовать разок сыграть? Нет, смотрите, давайте так. Если вы не хотите попробовать, я даю вам 1000 рублей. Вы на 1000 рублей играете в этот автомат, выигрываете какое-то количество призов. Пушер. Ну, только если подпишешься. Смотри, на 1000 рублей выиграешь призы. Сколько призов выиграешь, за каждый приз я тебе даю еще 5000 рублей. Давай, за каждый выигранный приз на 1000 рублей. Давай попробуем. Давай попробуем. У тебя целых 10 попыток, ты должен что-то выиграть по-любому. Давай. Ой. А нет, по-моему, нормально. По-моему, может что-то получиться. А, нет, не дотянулось немножко. Да, давай, давай. Привет, это какой-то обман реально. А можно я разок попробую? Может быть, я тебе заработаю 5000 рублей? Нет, она опять сейчас уедет не в ту сторону. Так, ладно, мне немножко жалко Ваню, поэтому я даю еще 1000 рублей. И у тебя будет 12 попыток. Давай, давай, не будем ему мешать, пускай он играет сам и зарабатывает деньги сам. Давай, Вань, я в тебя верю, ты сможешь. Ура! Коробочка выиграна. Давай сначала молодец, посмотрим, что в коробочке. Молодец. Так, у нас... Что же в этой коробочке? Это йо-йо? Это шарики какие-то. Я даже не боюсь представить, что это за шарики. И для чего они? А, нифига себе. И какую пользу они... Светящиеся шарики, чтобы вот крутить, наверное. Давай, главное, Артем, что... Давайте, не возите, у меня еще есть. Давай, да, давай, давай, давай. Пошло. О, сейчас должно получиться. Точно, да. Должно. Ебой. А нет! Что за бред? Так я просто не выиграть. Ну, давай. Ну, вторая есть.
А тут что? Воу, ребятки, посмотрите. USB-зарядка, налобный фонарь. Это фонарь на лоб. Твой налобный фонарь, твои шарики. Также ты заработал 5 и еще 10 тысяч рублей. Поздравляем Ваню, ребятки. Я думаю, в этот автомат больше нет смысла играть. Давайте попытаемся сыграть в другой автомат. Погнали. Так, ребятки, мы снова подошли к крошечному автомату. Мы в него один раз уже... заберем, вынесем. А, нет, ты его не заберешь. После того ролика их начали приклеивать к полу, когда я пытался вынести такой автомат. Сейчас попробуем здесь что-нибудь выиграть. Может быть, получится. Смотрите, тут есть оплата по карте. Инновации, технологии. Ох, какие технологии, да. Нет связи. Нет связи. Так. Смотри, связи нет, а попытки-то начислили. Да? Деньги не списались, а попытки начислили. Не, мне кажется, сейчас пишется. А, может, спишется. Ну ладно, ой, попытки давай. Уже есть. Вот, вот это вот может да, быть, да? Вот давай попробуем. Стоит. Давай. О, держи, держи, держи. О, смотри, часики почти вытащил, почти вытащил. А тут работают какие-то хаки. Лучше не брать, они не берутся вот этими штуками. Они очень тяжелые, да. Ладно, давай попробуем тогда вот эту куклу. Может быть, кукла... Кукла тяжелая, мне кажется. Не, я думаю, она как раз таки на... О, почти, почти. Мне кажется, ее еще раз зацепить и все. Давай. Это реально, ребята, это реально. Это реально, ребята. А куда она выпала-то, я что-то не понял. А, вот сюда. Вот, ребятки, в принципе, мы за 100 рублей, у нас даже еще одна попытка есть, но мы выиграли уже такую куклу. Нужна? Кому нужна кукла? Мне нужна кукла. Бери куклу. Спасибо. Там Влад играет последний раз, давай. Кстати. Почти. Это было очень близко. Я предлагаю сыграть в более реальный автомат, в автомат с большими игрушками, и может быть там нам повезет. Итак, ребятки, мы сейчас у автомата с игрушками. Если честно, мне уже не интересно в такие автоматы играть, потому что я очень много игрушек выиграл. Но вот тот вон парень в белой футболке сказал, что он раньше смотрел мой канал, а сейчас он не смотрит, потому что уже не так интересно. Я предлагаю исправить ситуацию. Давай так, 1000 рублей вставляю в этот аппарат. Ты сколько игрушек выкинешь, ну вытянешь, за каждую игрушку я тебе еще даю 5000 рублей. И ты пообещаешь, что будешь смотреть мой канал. Давай. Давай попробуем. Если ты вытянешь, например, 40 игрушек, то посчитай, ты получишь, получается, 200 тысяч рублей. Нормально. Как будто я 40 убил. Ладно, с первого раза гонишь? С первого... 5 тысяч рублей. Первые 5 тысяч наработаны. Пошел. Ай, нет, еще посложнее, посложнее. Я предлагаю 44 раза попробовать вытащить вот этого миньона. Если вытащишь миньона, я тебе сразу дам 100 тысяч рублей. Не, его тяжело будет. Сложновато, сложновато идет игра, ребята. О, да ладно! Офигеть! Чем на рандоме? Откуда вообще взялась ты? Я вообще ее не видел, если честно. Но ее можно вытащить, реально можно. Главное, первую игрушку вытащил с первого раза, и сейчас ни одной игрушки пока еще не вытащил. Так, я предлагаю сочетерить. Стой, Влад, помоги мне. Да, мне тоже так кажется. Ребята, ни в коем случае так не повторяйте. Возможно, этот кадр мы даже не вставим. Но мы сейчас немножко пошатали автомат, и Спанч Боб на другую сторону перелетел. Давай, должен. Просто вывалился. Он его должен в какой-то момент захватить посильнее, чем обычно. Последняя попытка. Так, ладно, мне тебя немного жалко. Давай я тебе еще дам 100 рублей. Еще 4 попытки. Попробуй выиграть этого Спанч Боба. Оплатим по карте. Слишком рано. Надо бы его полностью зажать. Последняя попытка. Давай. Да! Молодец. Я выиграл эту игрушку, но ты все равно получаешь 5000 рублей. Надеюсь, спасибо, что ты будешь смотреть канал и дальше. Да, да. Переходим к соседнему автомату. Мы же не просто так здесь оказались. Именно в этом автомате лежит iPhone 13 Pro. Скажу честно, ребята, я уже 3 дня пытался этот iPhone выиграть. У меня ничего не получалось, я снимал на камеру, но никаких результатов. Надеюсь, что сегодня получится, но если этот ролик вышел, возможно, получилось. А если не вышел, то вы его и не видите. Гениально. Я тут не буду мелочиться, я сразу положу сюда 1000 рублей в этот купюроприемник и сразу попробую поиграть за этот iPhone. Че, погнали? У нас тут очень много попыток должно быть. Кстати, нижнего ряда вообще нет, его, видимо, выиграли. Ого! Там еще две игры. Ну, можешь доигрывать. Если получится за две игры что-то выиграть, я тебе еще 5000 дам. Я пока за iPhone тут. Блин, а что он так много пикает? Может, он сломался? Возможно, он реально сломался. О! Что? За второго раза? Ты гонишь? Что? Вы 13-й? Еще подождите. Как это? Подождите.
Да! А еще 13-ю выиграл. Да вы гоните. Я 3 дня за него играл. Подожди. 3 дня я пытался его выиграть. Он 3 настоящий. Коробка без пленки. Но... Вот. Почему коробка без пленки? Это потому что они заживают. Подождите. Подожди-ка. Ну, не, отсюда надо. А, отсюда? Да. Че, вот эти штуки просто оторвать надо, типа, или что? Да, да, да. Сейчас отрываем. Раз. И вот эту два. И что, он типа должен... Он не разбился? Он не разбился. Нет, нет. Подожди. Это оригинал? Это оригинал или нет? Майдан. А что это за белое? Это оригинально, мне кажется. Подожди. Да. Просто посмотрите, какой у меня телефон. У меня iPhone 12 Pro. Сними чехол. Сейчас, подожди. У него так руки дрожат. Я вот здесь вот большие камеры, вот здесь маленькие. Это реально iPhone 13 Pro. Сейчас, это, сейчас это, мы проверим, оригинал это или нет. Потому что экран до конца идет. Да? А, да, Подожди. А, потому что... Он нашел... Это настоящий iPhone. Да, если он его... Это... Если он его нашел... настоящий. Я просто собирался пойти с девушкой в кино, ребят. Тебе повезло, братан. Это тебе повезло. Второй попытки. Да потом... Ладно, я не знаю, как его... Как выйти из этого меню? Никак. Там нужно его полностью настроить сначала, а потом уже... Нет, я хочу точно убедиться, что это нормальный телефон. Ну, это нормальный телефон. Если была бы она... Да, мне кажется, это оригинальный. Это оригинал. Подождите, возможно, это и не оригинал, ребята. Нет, это какой-то... А, я функцию голоса... Да. Какую-то функцию включил, ребята. Кнопки нажимал много. Да, там, когда кнопки нажимаешь, они врубаются. Короче, оригинальные кладут только... По-моему, в России даже нет. Оригинальные кладут только тогда, когда они только выходят. А потом уже кладут автоматы полевные. Нет, иногда бывают они пустые, типа. Ну, серьезно? Иногда бывают вообще пустые. Ну да, они типа, чтобы прорекламировать автоматы, вот так делают. Так, пока что... Настроить вот тоже. Там есть киношная камера, почему? Стой. Попробуй на видео нажать, попробуй на видео. Подожди, видео. И вот так попробуй потрясти. Скажи что-нибудь, Влад. Подписывайтесь на этот канал быстрее. Подписывайтесь на этот канал быстрее. Я думаю, что это оригинальный. Короче, сейчас вот девушка подошла, решила посмотреть, оригинальный ли iPhone по серийному номеру. Ввели серийный номер и выяснили, что iPhone реально оригинальный, так что это уже 100% доказательство, ребят. Так что это очень круто, оригинальный iPhone, выигранный в автомате. Ребятки, самое интересное, что мне этот телефон нахер не нужен, поэтому я его разыграю прямо сейчас. К сожалению, не среди вас, хотя вы все тоже можете поучаствовать. Но чтобы поучаствовать, вам прямо сейчас нужно включить скорость воспроизведения 0.25. Обязательно 0.25. Не спрашивайте почему, просто включите скорость воспроизведения 0.25 прямо сейчас. Теперь после того, как вы включили эту скорость, нажмите лайк под этот ролик, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, включите все уведомления и напишите любой комментарий. Ровно через неделю я разыграю iPhone 13 Pro. Ну а вам спасибо большое за просмотр, с вами был Пушер, ставьте лайки, всем спасибо, всем пока-пока!